Опа. Нет. Да, махровый феникс. Не, вообще Дима остался последним. Вот до этого раунда, вот был, и до этого Дима был последним, оставался. Ну ладно, окей. Странно. Что вы вдвоем с Вадимом, Дима и Вадим, вы забили Сашу, и на этом закончится раунд. Катя, точно, у них точно было последние две победы. Все, хорошо. Вадим? Это было супер! Ну, Вадим, на секундочку, это вот для этого и надо садиться. Она бы сейчас на тебя бы не доткнулась и спокойно бежала бы. А так она увидела тебя, испугалась и остановилась. Зато почти сыграла в волейбол. А Саша в теннис там. Раз так, оба! Да, это было... Я смотрю, у Алины уже который забег подряд. Она больше всех, по-моему, за сегодня принесла. Она будет хорошим забегающим. Да. И приносящим. Она будет бежать до респауна противника, забирать у них что-то хорошее и бежать к нашему углу. Точно. 3 на 3 мы проиграли, но у нас столько вещей появилось новых.